каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Ход кормозаготовительной кампании в республике обсудили на аппаратном совещании в правительстве Тувы. Администрациям районов поручено повысить темпы заготовки кормов. Как рассказали в Минсельхозпроде, для оказания шефской помощи участникам проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016-2019 годов из числа работников бюджетных учреждений на заготовку грубых кормов привлечено 120 человек. В Авюрском районе объявлен конкурс среди сельских поселений на лучшее сельское поселение по кормозаготовке. Особенно активно заготавливают сено жители села Саглы, Солчур, Дусдак. Там 13 августа прошел конкурс косарей в честь районного надома. Скошенное сено запланировано передать участнику проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2019 года села Акчера. В целом привлечено людей на кормозаготовительную кампанию 910 человек. Из них безработные граждане, стоящие на учете Центра занятости населения, 68 человек. По оперативным данным, по республике скошено более 21 тысячи гектаров. Из них убрано 19 тысяч гектар. Заготовлено 23 630 тонн. По республике средняя урожайность кормовых угодий составляет 12 центнеров. С 12 сентября 2019 года авиакомпания Air Aero открывает новый маршрут Красноярск-Фергана-Красноярск. Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100 по четвергам. Вылет в 9:20, время в пути 3 часа 20 минут, обратный рейс в 11:40. Стоимость билета в одну сторону от 13 тысяч рублей. В настоящее время действует рейс Иркутск-Фергана. Его запустили весной этого года. Уже выполнено 29 рейсов. Перевезено на этом направлении 3600 пассажиров. По загрузке мы видим, что направление очень популярно как у россиян, так и у жителей Узбекистана. Поэтому мы приняли решение на организацию нового маршрута, сообщил начальник службы организации перевозок Air Aero Александр Макин. Билеты на рейсы Красноярск-Фергана-Красноярск уже в продаже. Купить их можно в авиакассах, а также на сайте авиакомпании. В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Туве пройдут выборы 61 председательного органа, выборы депутатов Верховного Хурала, выборы депутатов Хуралов представителей 8 муниципальных районов и 2 городских округов, выборы депутатов Хурала представителей 50 сельских поселений и 1 городского поселения Чадан. По итогам предстоящих выборов предстоит избрать всего 695 лиц, из них 32 депутата Верховного Хурала, 161 депутат муниципальных районов, 502 депутата городских и сельских поселений. В проведении предстоящих выборов 8 сентября будут задействованы 19 территориальных избирательных комиссий, 186 участковых избирательных КОВ, более 1500 членов региональных, территориальных и участковых комиссий избирательных комиссий. Для обеспечения гласности проведения выборов в день голосования планируется организация видеонаблюдения на 19 территориальных избирательных комиссий и 5 участковых избирательных комиссий с онлайн-трансляцией в сети интернет. В соответствии с законодательством на выборах регионального уровня будет реализовываться голосование по месту нахождения избирателя. Созданы пункты приема заявлений с 24 июля по 4 сентября в 19 территориальных избирательных комиссиях, 23 отделениях МФЦ и через портал госуслуги. С 28 августа по 4 сентября 2019 года заявление можно будет написать в 186 участковых избирательных комиссиях. Специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения избиратель может подать лично на участковой избирательной комиссии с 6 сентября и не позднее 14 часов по местному времени 7 сентября 2019 года. Проведение досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях не ранее 19 августа 2019 года. Займы под материнский капитал остаются самой распространенной схемой нелегальных кредитов в Сибири. По итогам 6 месяцев 2019 года эксперты Банка России на территории регионов Сибирского федерального округа, а также Забайкальском крае и Республики Бурятия выявили 166 нелегальных участников финансового рынка. Две трети черных кредиторов занимались незаконной выдачей займов населению с привлечением средств материнского капитала. Подобные нелегальные схемы были зафиксированы во всех регионах за исключением Томской области. По этой схеме
схеме черные кредиторы выдавали своим клиентам займы, обеспеченные жилищными кредитами. Ипотека гасилась за счет средств материнского капитала, а граждане получали деньги и при этом отдавали комиссию нелегалам. В среднем она составляла 15%. Подобные нарушения эксперты Сибирского главного управления Банка России выявили и в Туве. Всего в регионе было обнаружено два нелегальных кредитора, которые занимались незаконной выдачей потребительских займов населению. По данным фактам, правоохранительными органами проводятся проверки. Сообщить о черном кредиторе можно с помощью раздела «Анонимное информирование» на сайте Банка России или через интернет-приемную. Обращение также можно направить письменно. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Не знаете, где искать деньги? Найдем! Отличные наличные, займы до зарплаты. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет? Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. С 16 сентября в Туве стартует социальная кампания по безопасности дорожного движения. Однозначно. Кампания пройдет в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и будет направлена на привлечение внимания населения к основным факторам риска на дорогах и их профилактике. В частности, на соблюдение скоростного режима с учетом дорожной ситуации и окружающих условий. Мероприятия кампании задействуют всех участников дорожного движения, включая детей, и пройдут в детских садах, организациях среднего и профессионального образования. Словом, это масштабная кампания, участие в которой будут принимать все, потому что все мы, вне зависимости того, сколько нам лет, пешеходы мы или водители, одновременно зависим и сами влияем на уровень безопасности дорожного движения.
Координационный центр по реализации национальных проектов Минздрава России положительно оценил состояние кардиологической службы Тувы. С инспекцией состояния кардиологической службы в течение 2 выходных дней в Туве работала комиссия из Координационного центра по реализациям федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в составе главного специалиста центра Михаила Малышевского и специалиста центра Сергея Пупыкина. Центр создан для координации работы по реализации федерального проекта, оказывает методическую поддержку регионам. В субботу комиссия побывала в республиканской больнице номер 1 с посещением реанимации, кабинета по приему и чтению дистанционного ЭКГ, реабилитационного отделения, операционных залов кардиологической службы. Внимательно изучила отдельные истории болезни и проследили по ним поминутную маршрутизацию пациентов. Комиссия побывала также в консультационно-диагностической поликлинике резбольницы номер 1, в Центре медицинской профилактики, проектном офисе Министерства здравоохранения Республики. Напомним, что болезни системы кровообращения занимают в Туве первую строчку в числе причин смертности населения. По данным Красстата, по итогам 2018 года показатель смертности от болезней системы кровообращения составил более 330 на 100 тысяч в сравнении с предыдущим годом. План основных мероприятий ко Дню Республики. 15 августа. 9:00 – торжественное поднятие флагов России и Тувы у здания правительства. 10:00 – круглый стол по проблемам и перспективам развития коллекционирования в рамках 4-го международного фестиваля коллекционеров и мастеров ручных дел в конференц-зале Национального музея Республики. 11:00 – торжественное возложение венков и гирлянд у памятника основателя тувинской государственности Мангуша Буян-Бадыргы. 12:00 – театрализованное представление, посвященное Дню Республики на площади Арата. Гости программы – фольклорный ансамбль «Улгер» из Республики Хакасия. 15:00 – кей-поп-фестиваль в Доме народного творчества. 18:00 – финал национального конкурса красоты, грации и добродетели «Дангына-2019» в Национальном музыкально-драматическом театре имени Виктора Кокола. 19:00 – молодежная вечерняя концертная программа на площади Арата. 16 августа с 19:00 до 21:00 открытие 3-го международного фестиваля «Хоумэй» в Центре Азии. Парад от Центра тувинской культуры до площади Арата. 17 августа 19:00 концерт, посвященный Дню Хоумэй в Туве «Хонум Болган Хомейнми» в Национальном музыкальном драматическом театре имени Виктора Кокола. 19:00 – сольный концерт Хирела Мекпер Оола в Доме народного творчества. 18 августа – 18:00 – концерт студии Бориса Солчака в Доме народного творчества. 19:00 – концерт гостей 3-го международного фестиваля «Хоумэй» в Центре Азии в Национальном музыкальном драматическом театре имени Виктора Кокола. 19 августа – 11:00 – награждение победителей конкурса 3-го международного фестиваля «Хоумэй» в Центре Азии в Центре Тувинска культуры. 19:00 – этнодискотека и награждение обладателя гран-при 3-го международного фестиваля «Хоумэй» в Центре Азии на площади Арата.